Дворец труда. Вот так вот у нас дрифтуют здесь. Дрифт, видимо, разрешен. Дрифтуют парни здесь, да? Парни. Дрифт у вас здесь. Ну как нет? Завтра разберутся с вами, нарушаете вы или нет. А что, рядом с дворцом труда у вас разрешено дрифтовать, да? Заебись как. Молодцы, красавцы вообще. Уважаю рощинских. Молодцы, пацаны. Вот так-то нельзя, в курсе, да? Конечно. А нахуя дрифтуешь, раз нельзя? А? А зачем дрифтуешь, раз нельзя? Ну как? Тебе показать, что дрифтуешь? Машина поскользнулась. Ай-яй-яй, ну нехорошо, пацаны. А, никому не мешает. Ну понятно, что никому не мешаете. Ну нельзя же так делать, вы же знаете это, парни. Никто у нас по закону уже не живет, сам знает. Ну понятно. Ладно, что, дрифтуйте.